Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я вам покажу, как на iPhone 12 включить режим энергосбережения. Для начала мы переходим в настройки, далее листаем ниже и видим пункт аккумулятор. Заходим сюда и видим, что здесь вот есть режим энергосбережения. Можем прочитать, что здесь будет снижаться фоновая активность, загрузки, проверка почты, пока iPhone не будет заряжен полностью. Нажимаем сюда, жмем дальше. И видим, что у нас иконка батареи стала такой желтенькой. Это значит, что у нас включен режим энергосбережения. Выключаем, она становится снова белой. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!